Это 1 сентября будет особенным не только для лесногородских первоклашек, но и для всех местных учеников, которые дружно перешагнут порог нового здания школы. Еще недавно казалось, что это уже не произойдет никогда, но глава района взял ситуацию на личный контроль. Несколько месяцев назад внесли изменения в проект, прошли его экспертизу. 10 марта на объект вышел новый подрядчик. Объект был в недостроенном состоянии, в части отделочных работ практически полностью отсутствовали инженерные коммуникации, уличные работы все, стадион делали, фасадную часть монтировали, перемонтировали. Строительные и отделочные работы шли опережающими темпами. Одномоментно на объекте трудились до 200 человек. Результат налицо. Новое здание практически готово к учебному году. Осталось лишь устранить мелкие недостатки. Сейчас там в двух лабораториях необходимо поправить выводы электричества. Где-то мы там изменим проемы в двери, что-то исправим в пищеблоке. Но это все мелочи по сравнению с тем, что уже сделано. Спортзал лесногородской школы оснащен по всем правилам. Здесь можно заниматься разными видами спорта. Правда, строители немного поспешили и установили турник прямо под баскетбольным кольцом. Ну как играть-то? Как играть что? Ферма же снимается. Для того, чтобы играть в баскетбол, нужно снимать ферму. Да? Чтобы привести все в порядок, у рабочих есть еще немного времени. В начале августа классы начнут отмывать. На все выявленные недостатки глава района призвал руководство школы и управление образования реагировать в режиме реального времени. 1 сентября уже близко, поэтому каждая минута на счету. Жду от вас, наверное, все дефектовки, чего не хватает, вот эти вещи. Все, что вы там обсуждаете между собой, выносите на меня, потому что осталось как раз. Мы здесь 1 сентября открываем школу. Родители учеников, которые вместе с Андреем Ивановым обошли здание школы, увиденным остались довольны. И теперь, пожалуй, могут немного передохнуть, чтобы с новыми силами приступить к подготовке детей к учебному году. Я доволен тем, что я лично выполнил свои обязательства и обещания перед жителями. 1 сентября мы вместе с родителями будем открывать здесь линейку и запускать 1100 детей в школу. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».